Колонны тоже присутствуют. И два дивана, с которыми все никак не могли определиться. По данным расследователей, Белпол, стоимость диванов на первом этаже новой резиденции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко превышает 25 тысяч белорусских рублей. Это около 10 тысяч долларов. На этаже комнаты для охраны, водителей, а также пункт пропуска с металлодетекторами российского и американского производства. Их цена – 39 тысяч долларов. Это действительно что-то было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. На основе полученных документов расследователи создали полную визуализацию резиденции. Вот, к примеру, бассейн с отдельной вип-зоной и дорожкой к НЕИПа. Эта дорожка предусматривает 4 ванночки для ног с контрастными температурами и массажем ступней. Рядом с бассейном 2 джакузи, криосауна, парная и хамам, снегогенератор, массажный кабинет, 2 душа впечатлений. Знакомьтесь, душ впечатлений «Тропика» и душ впечатлений «Сибирская ночь». Для закупки 2 душей с музыкой диктатор обокрал народ на 93 тысячи рублей. На втором этаже резиденции Лукашенко – рабочая зона. Тут приемные, залы для переговоров, пресс-центр, конференц-зал. Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула вся система. На план-схеме третьего этажа обозначены обеденный зал на 28 человек, комнаты для приглашенных, сервировочная, помещение для горничных, серверная, комната охраны и дежурного адъютанта. И как вишенка на торте – зал совещаний с потолочным витражом. Вот макеты витражей, которые предлагались диктатору на выбор. Утвержден был вариант в центре. Почти 225 тысяч, извините меня, за васильки на потолке. 225 тысяч украдены у народа. Не было того комфорта, в котором живем сегодня мы. На четвертом этаже резиденции процедурный кабинет и отдельные комнаты для личного врача и телохранителя. В процедурном кабинете основной упор сделан на аппаратуру физиотерапевтической направленности. Итого, заявляют расследователи Белпол, почти 14,5 миллионов долларов. Это стоимость реконструкции объекта, а не стройки с нуля. По данным белорусского интернет-издания «Зеркало», в настоящее время у Александра Лукашенко не менее 17 резиденций дворцов.